И всем снова привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей, вы на канале Турка, мы продолжаем играть в Рим. Я думаю, что я все-таки прислушаюсь к вашим комментариям по поводу перестройки военного поста во что бы то ни стало, я тогда сделаю так вот. Отменим и вот эту штуку перестроим в амфитеатр. 300 монет мы потратим, 3 хода, тем самым восстановим общественный порядок. Хрен с ними, с рабами, мы их больше не будем захватывать в рабство, будем всех убивать, казнить просто нещадно, вот, и начнем уже нанимать сильные армии, в то время как здесь на востоке будем держать оборону от Армении. Мне нужно Тир обратно захватить, на помощь нам будет приплывет Глазобури для атаки Тира с моря. Я думаю, спокойненько мы сможем разобрать его в этом плане, а то у нас завоевали порт меж тем. Ну, Эфес перестроим, это ясно будет, ну, со следующего хода. И что касается наемников, да, нужно будет наемничков поубивать. Очень много они тратятся у меня на армию. Например, защитники двух земель можно вообще расформировать целиком и полностью и отправить обратно в Александрию за новым пополнением, в то время как Птолемей займется обучением войск. Вот таким вот образом поступим, но пока что у Дура Европас у нас не очень хорошо в Пальмире, в провинции. Ты останешься, и тут еще, мне кажется, нам атата сделают армянины. Ну так вот. Ну а Карп, он по-прежнему пойдет покорять земли. Я не буду им отступать куда-либо обратно на защиту. Я думаю, вот этими войсками мы справимся. Вот таким вот макаром. Погнали. Конец хода. Что такое? Остались решения. Вопросы по-прежнему можете издать эдикт. А, подождите секундочку. А что у нас с эдиктами? У нас 3 эдикта доступны, да? Да, 3 эдикта. То есть в Александрии эдикт на налоговую ставку. Соответственно, у нас в Африке эдикт на доход от торговли. И что у нас по провинциям, к примеру? Так, Нумидия 1700, Ливия 2600, Эфиопия 2700. А есть тут какой-нибудь налог, скажем, на производство? Стоимость строительства, доход от торговли, общественный порядок? Нету, да? Есть только просто налоговая ставка. Налоговая ставка 8%, да. Ни много ни мало. 8% плюс. А в Ливии 2600 доход, 8% налоговая ставочка. И здесь то же самое, эдикт налоги на урожай. Две постройки храма Амон Зевса, которые увеличивают налоги на урожай. Тут у нас также две. Пусть будет. И рыботорговцы, мне говорили, здесь перестроить якобы в какой-нибудь либо сухой док, либо в торговый порт. Я бы, наверное, все-таки... Так, сухой док это и будет военный, да, док? Стрелковые триеры. Ага, триеры по-по-пам. А здесь штурмовая гексера, да-да-да. Сухой док построим, пища снизится немножко, ну да бог бы с ней. Пищу вроде восстановили уже в нормальное. Ну и Эмпарион надо будет построить. В общем, сейчас займемся улучшением наших земель. Ну а эдикт по-прежнему можем издать. Значит, эдикт будет где? По доходу. Можно отсортировать, да. Египет, Африка, Эфиопия, Ливия. В Ливии издаем эдикт о налогах на урожай. Налоговую ставочку на 21% увеличим. Да, все хорошо. Доход от всех торговых сражений, эдикт стимуляции торговли, да, ну, нормальненько. Нормалек. Эдикт издан, теперь точно конец хода. Ну и что происходит? Рим Лепида решил отвоевать себе Ибасим. У меня здесь войска, бирюзовые приливы, а полководца зовут Демосфен.
Но он будет сражаться с этими дядьками. Но мои скорпиончики, ну, не смогут здесь никак, мне кажется, уничтожить армию. Поэтому мы тут спокойненько проигрываем бой. Ну, не получится мне здесь никак затащить. Там крутись, не крутись, плавай, не плавай. Но скорпионы не перестреляют все это дело с прачниками. Да. Режим обороны. Сдаем и басим. Наймем. Тут как раз таки у нас тоже сухой док есть. Доблестная смерть. Погиб. Один отряд только был убит. Ну и тут еще вот легионеров чуть-чуть загубили. Остальные просто даже не пострадали. Это вранье на самом деле. Вот. Сейчас как раз таки посмотрим, как Армения будет ходить. Пойдет ли она в атаку на Антиохию. Или же отступит. Нет, ходит он вокруг, он на Тапаск пошел. Или как-то там этот город называется. Тапсак, Тапаск, ну, неважно. Антиохия осталась не подвержена нападению. Вообще, на самом деле, это очень печально. Как-то уж слишком он грамотно поступает. Надо собирать в кулак армию. Сейчас вот этими двумя армиями, если у меня получится, из дура Европас догнать вот так вот, то, может быть, все выйдет. Саламин, фракийцы. Вы хотите победить, да? Но у вас ничего не получится. Тяжелыми копейщиками мы здесь спокойненько побеждаем. С тяжелой победой, но все же победа будет за нами, да. Убить всех пленных фракийцев. В следующий раз нападать не будет. Ур, сколько тут событий сразу. Достойная смерть Демосфена. Иванет, повышение ранга. Кордуба, нападение на гарнизон. Тактика у нас закончена. Корабельный таран. Эдикт налоги нужен отменен, потому что нету теперь. Причем эдикт в Египте отменили. Ну что за нафиг такое? Царский соглядатай, естественная смерть. Срок отменен. Ага, у нас шпион погиб. Естественная смерть Маркхелида флотоводца. А Филон, государственный деятель. Но ты пеший воин, да? Да, тогда Георгий. Это из других семей. Давайте тогда тебя поставим. Египетская пехота, египетский. Египетских лучников. Убить Амиоусус. Ой, как далеко он. Все понятно. Флот разбит, новая особенность. Ненадежный Гомер стал. Жизнь поселения и бла-бла-бла. Я понял. Поселение потеряно, несчастно. Увлечено. Отчет кораблестроения. Это где? Глазобури наняли, да? Да, это возле Эфеса как раз таки. Так, секундочку. Во-первых, мне нужен соглядатай. И желательно нанять его вторым рангом. Ну, и в Египте у нас эдикт отменили. Хулиганье. Давайте перестраивать в амфитеатр. Денег на это много не уйдет. И владение оружием начнем изучать. Так, шпион. У нас где-то тут был для шпионов. Это, по-моему, вот это, да? Нет, не этот храм. А какой же храм дает прирост к шпионам? Доход, эдикт, скорость исследования. А никакой. Я знаю, какой. Где-то вот здесь... Скорость исследования — это стекло, а у меня еще было вино, да, это в тире, видимо. Ну или что-то там, вот там шпионы как раз таки и были. Ну ладненько, тогда шпионы просто наймем. Кстати, где я вон-то лазил-то? Надо сейчас посмотреть, где мои еще шпионы находятся, и тогда все узнаем.
И в Ливии налог вырос до 3,5, ну то есть на 1000 монет. Это хорошо. Ну, главка понятно где, я понял. Аманишахето в Спарте занимается подрывной деятельностью. Ясно, значит шпион он находился где-то здесь. То есть здесь же он и возвращается. Мы его прям в Пальмире и наймем. Соглядатая. Дальность перемещения, военная разведка, перехват приказов. Что еще? Рост заход, доход изменения, доход. Ну тогда ты. Найм. Больше мы никого не можем, да? Всех по 3 остальных. Так, ты можешь сюда прийти и помочь. Наверное, так ты и поступишь. Погнал. Так, а ты можешь вот этого дядьку, наверное, уничтожить. Попробуй. Да, засада одной армии меньше будет. Но только засаду я, наверное, сам проведу. Ух ты, блин, там конников много. Если нападать, то меня могут разобрать. У меня здесь еще защитники двух земель и армия гарнизона. Нет, тогда с авторасчетом, просто контроль этой большой армии, в итоге мне тут нашпигуют, и я потеряю много войск. Давайте просто с обычного режима. Наботскаем ему. Вот, тем самым мы практически вообще ничего не потеряли. 185, он 1000 потерял. Ну и так... И еще и убили. Замечательно. Замечательно. Тактик. Стоимость зданий центра города. Общественный порядок. Беззаботность. Беззаботность. Управление. Это хитрость. Стоимость ведения наемных отрядов. Давайте. Беззаботность. Арат станет беззаботным дядькой. Так. С наскока, в принципе... До сюда добраться они не смогут. Я больше чем уверен. Что у нас по строительству? Давайте. Тапсак закончил строительство свое, да? Здесь мы делаем виганы. Делаем алтарь. Хватит пока. Так. Тапсак, да? Адумату. Адумату. Мне нужна здесь вот эта вот вещь. А тут, в принципе, общественный порядок бы тоже дал. Но я пока вообще ничего строить здесь не буду. Мне этого достаточно будет. Пища минус один. И больше пищи нам ничего здесь не даст. Окей. Потому что Геру и Ясрип мы будем захватывать. То есть здесь такая будет посредственная. Посредственный город... Петре таверна достроилась. Плюс 4 общественный порядок. Чуть-чуть растет. Здесь влияние пойму к чему. Вот здесь нужно Адеон. И нужно вот это. И мальчика сделать. И все будет здесь зергут. И на Батею можно будет еще гражданское поселение. Но тоже пока деньги тратить не будет. Им еще надо армию нанимать. Плюс Александрию перестраивать. В частности сам Египет. Сухой док. Поехали. 2800 потратим. В сухой док перестроим. 4000 остается. Для армии 4 граждан садников. Пикинеры 3 достаточно будет. Ну, дальше денег нету. На царских пельтаст и тому подобное. Ересь. Тарсус. А, ведь у меня еще Эфес не перестроенный, да? Мраморный карьер. 600 монет. Док 500 монет. Тогда... Ой, это прям схода все делается, да? Тогда нужно отменить, где я тут что строил. И мальчика, да? Он 3000 у меня есть в запасе. Чтобы Эфес перестроить, да. Эфес перестроить нужно. Таким макаром и, я думаю, тоже таким макаром
пищу не в пищу, но что-нибудь на производство можно взять. Поле для осмотра нет. Есть контакт. 2000. 2000. Царский плитаст, это уже на второй, да? Тогда все нормально. Занимайся. Эдикт издать не можем, у нас упала империя, да? Да, упала. Надо третий ранг империи. Поехали тогда потихонечку ребятами заниматься диверсионной деятельностью. Молодец, десятый. А, так тут уже... Я зря только потратил ход, ну да ладно. Убийство, удар в спину, в принципе, давай-ка лучше дальность перемещения по карте. Сузы. Сузы, да, мы в Сузах уже организовали. Теперь можно тут сюда вот двигаться, в Арсакию куда-нибудь, да. Вот. И там заниматься подрывной деятельностью. Все, отлично. Так, ты, подруга наша, у тебя денег хватает? Да, хватает. Ну, не получилось подстрекательство. Окей. О, тут Афины сейчас брать будут, да? Причем, я думаю, их легко возьмут. А если вот так? А, если вот так, то тут мешает нам, да? Вали. А могу я еще удвоенный темп? Могу. Защитим Афины от злых дядек. Ты занимайся. Все правильно. Так, второй ранг. Что ты имеешь? Хитрость. На тебе хитрость. На тебе... Тоже, наверное... Вот соперника дадим. Стоимость вполне. Нужно бы ему еще и, да, и авторитета. Он тогда тоже подрывной деятельностью будет заниматься. Так, вы, ребятки, стоите. Глаза бури молодцы. Гордость молодцы. Так, в Кордубе. Сколько военная? Десяточку, да, дает? Через ход все будет хорошо. Здесь можно двигаться дальше. Талет нам уже не нужен. Нам нужно двигаться в Сагунт. Вот сюда вот, в общем. Так. Пробежали по территории Иберии. Ну да бег бы с ней. Из Адамату. 19, да? 20 гарнизон дает. Да и пофиг на самом деле. На удвоенный марш. Погнали, нам нужно тир отхватывать. Сюда. Молодцы. Тут ребятки уплыли. Тир надо забирать. Кстати, тир, наверное, уже и подперестроили. Нет, пока вроде мое все. Так. Стая Сехмет. Тебе тут дядьку улучшила, да? Можешь доблесть дать, рвение воинское, рвение общественный порядок действия, приключения, доход от приключений. А, стоимость строительства, дальнобойщик, бла-бла-бла. Давайте дальность перемещения по карте, полководцу дадим. Я не знаю, что нас там ждет в Ясрибе, но объявляем им войну. Все, сейчас мы майн покорим. Не, карп. Он достоин сражения самолично. Иначе как же быть так? Конечно же, сами пойдем драться. Сухая погода. Начинаем. Так, что у нас тут? Да, в открытом поле они вышли... В атаку. В контратаку. Поэтому давайте туда. Нюбен Боумен. У нас там у них лошадей два отряда. Это
наемная аравийская конница, ее вот нужно как-то законтролить. Тогда давайте так вот сделаем. Один отряд здесь станет, это чисто для поддержки. И, соответственно, остальные идут фалангой здесь, пельтасты вас за вами, мечники вот здесь вот. Да, военачальник за вот этой всей колонной. Все, начинаем битву. Двигаемся вот сюда вот. Я не понял. Ну, сохранили строй? Но ужасно как-то сохранили, да? Да это ёшкин кот, чё ж вы так убого-то? Ну, вот, вы нормально можете двигаться. Окей, тогда двигайтесь сюда. Двигайтесь пешком. Вы тогда здесь. Нубиан Боуман. Прикройте. Мечнички сюда, кавалерия сюда. Что у них тут? Прачники, это фланг надо разбить с пращей. Пешочком и поехали, помчались сюда вот за горочку, чтобы не видно вас было. Спрячемся от них, войны племен. Так, начинается движуха. Тикс. Пойдут. А здесь кто? Прачники африканцы, копейщики на... Ага, прикрыл он, значит, их, да? Сюда вот идем. Первый отряд. Двигаемся ближе. Сюда. Дабл тайм. Вы, ребятки, вот так. Не знаю, зачем так построиться. Ну, так прикольней. Вы куда направлены? На нас, да? Ударим. Таким заковыренным строем. Движуха пошла. Во-во-во, правильно, копейщики, отступайте и туда уводитесь. Крутим их. Просто крутим. Лучники. Чуть-чуть поближе. Отступаем, кавалерии, вот сюда, вы сюда. Вы добивайте их. Все хорошо, мечники. Двигаемся. Первый отряд. Двигаемся. Кавалеристы. А, тут конница уже, да? Вовсю орудует. На развороте. Молодца. Так, а чё, мы не стреляем как-то или слабо стреляем? Ну, стреляем все-таки. Ух, по пикинерам пробивают. Мне
надо разбить их. Да. Побежали. Фигня это все. Royal Peltast. Сюда. Можно, в принципе, сейчас уже в стену щитов встать. Двигаемся. Давайте, наверное, убьем вот этих прачников. Так, кавалерию мне, конечно, понятное дело, разбили. Причем целый отряд. Во-о-о, вы молодцы, здесь разберетесь. Пельтасты. Держать. И даем-ка мы ребятам... Наши остались без снаряжения. Всякие бафчики. Поехали, поехали. Вражеский военачальник убит. Блин, тут лошади... Ой, эти самые стрелки. Вы отступайте. Так, лучников разбили. Один отряд лучников дает пламенный залп. Вот сюда. Вот. Молодца. Наши бегут с поля боя. Вы в фаланге здесь стоите. Мечники, все хорошо. Как, блин, тяжко-то драться оказалось. С этими стрелками сраными. Вообще надо было заходить. Убирай фалангу и бегом. А то нас просто расстреляют здесь. Надо их гнать. Гнать отсюда, гнать. Так. Вот этих ребят. Лошадей у нас не осталось. И это плохо. Там пикинеры вообще так проседают. Тяжко. Тут разбили уже всех. Чем мы стоим? Торекс Пайкман. Ой, сколько народу у нас сейчас погибнет. Это просто трындец. Наши бегут с поля боя. Расстрелять. Какой позор. Расстрелять. Пельтасты, наверное, не сильно быстрые, ребятки. Двигаемся. Прожимаем. Так, что там мои лучники? Уже все расстреляли, да? Наши остались без снаряжения. Так, пикинеров мы всех проехали. Просто кого-нибудь зацепить, может быть, получится. А вы что здесь делаете? А, это отряд прикрывал. Угу. Отряд, прикрывающий других бойцов. Ты давай тогда охоту открывай. Давайте этих мечников вырубайте. Так, вы тоже, наверное, пламенным снарядом. Вот сюда. Заходим с тылу. Всем кидаем устрашение. Наши остались без снаряжения. Здесь можно даже напролом дать. Здесь лучники разберутся. Вы тоже вперед. Все хорошо. Там у меня война.
Движуха. Нормалек. Работаем. Метатели дротчиков. Что вам не цацки-пецки? Ага. Вы тоже, да? Отстрелялись. Все складывается в нашу... Ох, настреляли-то как, а нам? Ну ладно, я думаю, что... У меня даже целый отряд уничтожен был. Все, тут тоже справили пельтасты. Здесь. Здесь. Здесь, на тебе кнута дай. Ну все, неужели они разбежались? Наши остались без снаряжения. Карп, дружище. Провел ты бой, ну так себе, я бы сказал бы. 930 потери, 3 отряда кавалерии было уничтожено, 3 отряда пикинеров тоже. Нас просто перестреляли. Лучники молодцы, так набили, нормально. А вот кавалерия не очень. Пельтасты здорово. Генерал там подпросел, могли бы и с шальной пулькой-то подубить. Да, покоряем. Майн теперь в нашем подчинении, сразу же сейчас торговый договор с ними. Отлично. Майн, майн, майн. Я сказал торговый договор. Всё, прекратить, объявить, снять выплаты. Отлично. Теперь мы вообще друзья, на самом деле. Да, им даже не особо-то плохо было, что мы напали на них. Ну, у нас теперь сатрапи есть. Блин, стая Сехмет подпросила, это так неплохо. Ну, вроде карп тебя вел. Но поубивало. Ополчение, прачники африканцы. Не, да. Чё тут у нас? Ну да, у них не военная структура. Гера. Мариб. Эвдемон. То есть по провинции одной можно будет захватить. Геру будет сложно будет взять довольно-таки. Гереев. Но можно. Тогда возвращайся, карп, в Петру. Да-да-да. Тут военной нет постройки, а здесь тоже нет. Ну тогда даже, я бы тебе сказал бы, ты до сюда беги. Беги на всех парах, что есть у тебя. Восстановишь. Ну ты довольно-таки быстро восстановишь ее, свои войска. Так, идти на Сагунт. Ну у нас... Нет, давайте мы наведем здесь общественного порядка до соточки, а потом уже пойдем. Тем более вот у нас вторая армия есть тут, хоть и слабая, но все же есть. Конец хода. Вот Эдикт можем наконец-таки обратно в Египте вернуть. Это у нас налоги на урожай, да? Да. Налоговая ставка 50%. Офигенно. Там просто люди погрязли в налогах. Конец хода. Тщетные попытки набатейцев захватить какой-то из городов ударяются как камень о скалы просто. Решительная победа. Уничтожить полностью. И остался только один флот Набатеи. Но ему недолго осталось. Фракция будет уничтожена скоро. Так, ну что, остались понтийцы, квады, фракийцы. Вот тут тоже где-то катались возле Саламина. По щам получили. Строительство. Иерусалим. Дура Европос. Стеклянная посуда. Дура Европос. Хегра. Хегра. Так, у нас 20 тысяч сейчас прирост денег стал. Из-за того, что мы потеряли очень много армии. В резерв тебя. Издан эдикт. Фракция вступает в войну. Рим Антони... Ага, с квадами. Отчет закончен. Встревожено в Аравия Магна и встревожено в Испании.
Но в Испании растет. А вот в Аравии Магна... Два хода надо, да? Чтобы общественный порядок увеличить, можно гражданское поселение сделать, в принципе. А тут я даже, наверное, вот так сделаю. Пусть будет доход от этих вещей. О, как ты далеко бегаешь. Нет, давай-ка ты вот здесь вот переждешь один ход. Да, пополнишь здесь немножко и войска, и нормально все будет. Так, вы объединитесь. Да, молодцы. Вы восстановитесь, вам два хода, и там донаймем армию, и все будет хорошо. Сразу же будем нанимать бойцов. Это, в принципе, в поддержку. Сколько у нас пикинеров в Флорексах осталось? Ну вот, три он заберет пикинера, надо еще два мечника и, в принципе, конница, да? И конница. Два мечника и какой царский пельтастый у меня еще пока живы. Пельтастый. 69 стоит, и лучники 54. Три отряда мечников. Давайте еще немножко конницы наберем. И мечника одного. Троих мы взяли, да, вот таким вот макаром. Четыре кавалерии, нормально. Нормалек. Теперь по строительству. Что тут в гадосе у нас? Вино, общественный порядок, пища минус 8. Доки, шмоки, споки-ноки. Пища 6. Подожди, гадос и так нормально отстроен. Хватит ему пока. В Иерусалиме что? Тырым-тырым. Кладовую, ну, тоже пока не надо, особо не требует. Мне нужны такие вот Пальмиры, например. Вот здесь вот, Дуры Европас. Делай дядьку, делай капеллое. Тырым-пырым. Давай, немножко увеличим. Да и тебя тоже можно стеклодуло построить, на самом деле. Нам от этого торговля только прирастет. Так, все остальное сделано. Ну, быстренько пробежимся. Египет. Вот, что я хотел, да. Импарионы мне нужны, но это мне надо не там. В Капсе, в Нумидии. А что в Нумидии? Мы хотели пищу построить, да? Доход от морской торговли, бла-бла-бла. От сельского хозяйства еще что-нибудь есть. От рабского труда. Доход от земледелия 2%. Вот, это же земледелие, сельское хозяйство. Но не земледелие. Культурное влияние, общественный порядок. Скорость исследования, едит хлеба и зрелище, адепты собика можем нанимать. Ах, черт, пусть будет царское святилище. Убедил. В Ливии все прекрасно. Доход от морской торговли не очень. Такой доход замечательный. Вот здесь вот импарион. Раз, импарион два. Вот так вот сделаем. Да. Улучшим. Пищи 22 хватает. Если что, можно даже вот так вот сделать будет. С общественным порядком все good. С едой все good. Здесь нужно еще вот так вот сделать храм Амон Зевса, чтобы улучшить культурное наше влияние. Так, в Азии. Что с общественным порядком? Минус 3, да? Но скоро он улучшится. Мы вернем там налог. Во всех остальных у нас нормальные налоги. И еще вы просили меня увеличить налоги, но я пока не хочу увеличить, потому что у меня, допустим, в Египте, ну, недолго, там сейчас восстановится общественный порядок, это точно. Сколько военный дает? 2 всего лишь.
Ну, то есть сейчас минус 4 относительно. С амфитеатром он увеличится. И все будет у нас замечательно. Да. Тогда Египет нет. Вот в Фазании падает. Минус 6 уже аж целых. Ну и опять, видите, то есть нужно перестраивать обратно храм Амон-Зевса делать. А лучше бы не Амон-Зевса, а вот этот Исиды. Построить храм, да и все. Да, стоимость перестройки. Ущерение филантропии, фиг с ним. В Азии, ну понятно, падает. В Аравии Магна тоже. Ясно почему. Там только захваты недавно проходили. Плюс культурные различия колоссальные. В общем, надо мне тут возвращать. Там вечные беспорядки, мне кажется, будут. Поэтому вот эти вот постройки на общественный порядок мне очень помогут. Мавритания. Здорово. В Испании тоже растет. В Ахее. В Афинах там вообще просто колоссальный прирост по общественному порядку. Кстати, заход ничего не произошло. Он в Спарту вернулся. Рим Антония, я имею в виду. Ну, диверсию мы продолжаем. Она удалась у нас. Минус 22. Потихонечку нарушаем общественный порядок. Главк. Кстати, где это у нас Персида? Это Гор или же Персиполь? Вот где из них появилась армия, интересно бы знать. Ну да бог с ним. Где-нибудь да появилась. Давайте сюда. В Арсакию поближе. О, тут тоже не особо у них хорошо с общественным порядком, так что бунт поднять несложно будет. Так, а что это ты? А, ты только недавно построился. Во, они все стали в режим обороны. Окей. Что здесь? В общем, куча бомжей. Вот что здесь. Там должны это все топтать слоны. Где тут посерьезнее армия? Давай тогда поближе подойдешь пока что. Вот, отсюда ты видишь нормально. Ага. Ага. И ага. Ну, то есть любую из этих армий можно спокойненько диверсировать. Попробуй отрави. Молодца. Там не очень много, но все же есть такое дело. Нападаем. Храбрецы фараона, араб в атаку. Во, сейчас мы разгоним всю эту шушеру. На 5000. 4 на 5, да? Ну-ка, теперь свалили отсюда все. Ой-ой-ой, сколько мы потеряли здесь отрядов, да? Пикинеры, царские пельтасты, два отряда, мечники в тораксах потеряны. Слоны набили. Лучники даже не достремнули. Тут слоны только набили. Но очень сильно разогнали. А тебя мы можем даже добить. Но тебя добивать будет... Ну, даже две армии мы сейчас погубим с обычного режима. Нет, с режима нападения. Черт, слонов в жертву. Совершенно верно. И здесь еще, да, это храбрецы фараона тоже почти что всю армию загубили. Зато мы практически уничтожили две армии Аравии, но на самом деле две. Рангов наполучали. Просто жесть. Круто. Управление, содержание наемных, ненаемных, тактик. Предводитель великий. Командир пехоты, командир пла-пла-пла. Это Илларион, да? Который вроде и в тактик, и командир, и авторитет, и все у тебя хорошо. Логистика понадобится нам. И давай на всех. Ой, у нас же тут еще. Тогда в Пальмиру пока. Так, а тебе, друг, слона тоже убрать.
вот эти по 200 монет стоят, но они что-то так себя хорошо проявляют, прям деваться некуда. Но храбрецам тоже нужно как-то пополнять войска. А где их пополнять, если у нас тут рядом построек нет военных нигде? Это не очень хорошо. Организовать постройку военную. Вот именно тут. Да наймешь здесь армию, пока стой, занимайся. Так, а тут у нас вот он, друг. Все верно. Идет, забирает тир. Ой-ой-ой-ой, даже так. Персидская конница. Ох, хравица. Ну пойдемте постреляемся. У меня тоже конница есть. Легкая, кавалерия, тарентийская. Есть и пельцарские пельтасты, и лучники есть, и конные лучники. То есть, я думаю, будет неплохо посражаться здесь. И он в обороне стоит. Не пошел он в контратаку. Так что шансы у меня тут все есть, что он будет стоять, тупить, а я буду вот так тык-тык-тык-тык-тык-тык потихонечку настреливать лучниками. Надо... Здесь самое главное перестрелять кавалерию. А кавалерия очень хорошо ложится от стрел. Начинаем. Вот, да, вот отсюда мы и будем стрелять вас. Царские пельтасты. Это дело все прикроют у нас вот эти ребятки в фаланге. Мечники здесь постоят. Полководец Геродот тут. Легкая кавалерия заходит здесь. На всякий случай. Ну и тарентийская конница вы тоже... гуляете с этими ребятами. Я думаю, вы спокойненько сможете их перебить. Достаточно этого расстояния. Давайте чуть-чуть сюда вот подойдем. Мало ли что. Тарантин кавалери. Да. И понеслась. Чуть-чуть не достреливаем, тогда чуть-чуть поближе, ребятки. Начинаем стрельбу, пальбу, мольбу. Восточные прачники, вау, круто. Умрите здесь. Не знаю, куда они побегут, зачем они вообще сюда бегут. Тут это залпы по военачальнику пошли. По прачникам, давайте, работаем. Так, ну и вам, дорога. Так, тут кавалерия. Пока что на сюда. Нашего военачальника напали. Убивайте прачников. По-моему, мы сейчас потратим все патроны у царских пельтаст. Отменить стрельбу. По готовности. И давайте, наверное, да, дадим стрельбу по готовности. Но вот отсюда залп. Все вроде стреляют, ну и по мне тоже. А, не дострельнул, да? Ну там копьишки залетают неплохо. Да. Разбираем их потихонечку. Блюдах. Вот, полководцы знатных копейщиков этих вырабатываемых. А что это он? Пельтаст так стрёмно он, да? Отойдем сейчас немножко. А, это просто пельтасты. Все, понял. Лучники. То же самое, отходит. Отступаем. Пельтасты сюда.
вперед. Наши ряды дрогнули. Стреляем. Стреляем. Вот здесь. Кавалерия. Сюда вот отойдет. Ух ты, там мечников перебили. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Расстрел. Так, ну и потихонечку пошли туда врезаться, разбирая. Разбирая все это дело. Разбирая. Тут загубили. Построиться вот так вот. Угу. Воодушевим сейчас, ребят. Так, вы тут бьете с персидской конницы, да? Тарентийцы. Разбить вот эту армию. Лучники сюда. Сюда. Двигаемся, двигаемся. Ой-ой-ой, сейчас тяжко как. А вы не можете разбить их? Наши остались без снаряжения. Так, а кто тут? Восточный копейщик еще. Принимаем их. Такс. Окей. Ох, сейчас мы чувствуем подпросрём. Работаем. С поля боя. Уходим. Какой позор. Да нет, еще все хорошо. Разбираем вот этих ребят. Так, восточные копейщики потрясены. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Ну-ка, держать строй. Воу, воу, воу. Восточные кто? Пращники? Не надо их стрелять, надо стрелять кавалерию. Персидскую причем. Кавалерию стрелять надо. Фельтаст на ножи. Спокойно, да. Так, тут справились. Генерал вроде жив. Так, разобрались, пошли дальше. Легкая конница, хватать. Пельтасты, хватать вот этих ребят. Тарентийская конница. Разбираем пращников. Так, молодцы. Ну все, вроде как победа. Хотели они нам тут на кошмар. А нет, я что-то как-то. Не, ну тут пращники, да. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Так, кавалерия. Конные лучники убить. Здесь убить. Пращников убить. Вот, тут даже эти ребятки остались живы. Все. Нормально. Пробили.
гнать бойцов. Дай-ка мы, наверное, дадим свистящий выстрел. И пламенный выстрел. Угу. Наши остались без снаряжения. Двигаемся. Кто там без снаряжения остался? Это лучники, да? Все. Добиваем персидскую конницу. Чардж. И вы тоже на чардж. Все. Разбил. Тир. Сколько ж мы воинов потеряли в этой битве с Аравией. В войне вообще с Аравией. А, тут вот так вот даже, да, они хотят. С натиска конные лучники убить мою легкую кавалерию. Да черта с два ты убьешь мне кавалерию. Кавалерия это да, это сила. Убить. Просадили пельтастов нам. Очень быстро как-то. И вообще на сложном уровне тяжело воевать с компьютером. Он такой читер, прям хитрец. Еще тот, и мои войска почему-то очень быстро гибнут. Но вроде как все неплохо получилось. Разбили мы персидскую конницу. Вот, да, вот стрелки настреливают просто колоссальное количество народу. Щиты, поэтому да, броня мне необходима. Это 100%. И военный пост правильно сделал, что обратно вернул. Сейчас будем там заниматься колоссальным наймом воинов. И кидать их во все стороны света. А, разрушать не будем, просто заходим в тир. Я думаю, нам он не перестраивать не придется, совершенно верно. Он также и остался полностью у нас под контролем. А, получаешь ты здесь ранг. Командир конницы. А, можешь еще и великого предводителя дать. Мы сразу будем конницу здесь сильную нанимать. Во, так ты можешь... У нас в тире военная постройка есть. А где я отменил? Да, вот здесь, да? Тогда не надо. Мы в тире будем донанимать. Ctrl-M. Легкая кавалерия. Торрентийская. Ctrl-M. А, вы в один отряд. Пельтасты. Ctrl... Нет, пельтастов не будем. Пельтасты пусть будут. 5 ходов восстановления, пикинеры. Ух, Геродот, какой же ты все-таки просаженный получился. А, давайте еще торрентийцев. 2 отряда. 2 нет, а вот легкой кавы, да. 2 отряда. Не знаю, почему легкой, но она мне такая прикалывает, чем граждане. Но без брони они. Ну, можно будет еще граждан садников добрать. И все будет у нас гуд. Все, вернули мы и тир обратно. И захватили мы майн. Только дружок наш теперь возвращается домой с докладом к отцу. Карп. Что типа якобы все хорошо. На самом деле слился он как последнее, я даже не знаю как его назвать. Вот. Все, все походили, глаза бури. А, защищайте Афины, все верно. Вы грабите. Интересно, сколько много вы грабите? Да, вот сюда поближе поплыви. Нормально, в общем, тут грабеж идет. Правосудие Птаха. Идем дальше. В обычном режиме, да, мы доходим до Сагунта. Да, доходим, показывает, что доходим. Но пока стоим вот здесь, и мы здесь организуем засаду. Не сможем организовать засаду, но ничего страшного. Станем здесь на переправе, если что, засаду организуем. Будем ловить здесь липицкую армию. Все, что тут наемники делают? Нафиг их с пляжем. Не нужны нам наемные армии, мы и так справимся. Да, кстати, засада со стрелками это очень сильно.
И полководец на слонах. Это вообще печально. По-моему, он погибнет быстрее. Давай, два отряда прачников еще донаймешь себе. И будет все окей. Храбрецы. Но вот этих все-таки наемных лучников на верблюдов я оставлю. Ну уж очень круто они опыта получили. Плюс полководец здесь их бафает очень сильно. Так что да, все будет нормально. Угу. Все деньги потрачены. Казна пуста. Ход закончен. Империя растет. Политика. Мне этого влияния достаточно. Смута убрана. Птолемей. Назначение Илларион может получить. Денег нету. Александрия. Вот, Филона надо будет вернуть в строй. Еще плюс одну армию. Кстати, по количеству армии у нас что есть? 119 отрядов. Ну, в принципе, неплохо. Ахея. Ахею мы возьмем. Как-нибудь. Я думаю, взять можно будет. Перестроив, например, вот эту пищу. Пищедей дает. В казармы. И выстроить здесь армию. Выставить. Пойти Спарту захватить, когда ее захватят мятежники. Это ж круто будет. У нас появится еще одна. Да-да-да. Сатрапия. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Пока.